Здравствуйте! Вы на канале с Ольгой на 600. Сейчас осень, но нам хочется зелени, своей, свеженькой, не магазинной. А что для этого сделать? Просто посадить некоторые растения у себя дома на подоконнике. Хорошо, если у вас есть фитолампа. Тогда ваша зелень не будет вытягиваться и будет ярко-зеленой, сочной, такой, как на грядке. Что же можно посадить? Самой популярной культурой, которую выращивают на выгонке, это лук. Вот, я уже посадила вот в этом кондиционерочке лук. Вот этот способ посадки называется мостовым способом. Лук сажается плотно друг к дружке. Лук можно выращивать над водой, то есть вы ставите емкость, наливаете в нее воды, закрываете крышечкой с отверстиями, и в каждое отверстие вставляете луковку так, чтобы она находилась примерно в сантиметре над водой, и ваш лук дает зелень. Вот еще один способ выгонки лука в упаковке для яиц. Вот у меня лук тут разной высоты. Уже вот этот пора срезать на салат. Это только начинает расти. Но все-таки лучше, если не на самой ячейке вот этой вот выращивать, а прокладывать ее полиэтиленом. То есть что я сделала? Я от десятка яиц коробочку разломила пополам. И вот у меня верхняя поливается, в ней сидит лук, а нижняя изолирована от верхней полиэтиленовым пакетом. Но все-таки лучше должно быть два пакета. Вот здесь и сверху. И вы на этот пакет уже будете сажать луковки. Можно посеять еще и салаты. Например, листовой салат, крес-салат, шпинат. Вы сажаете примерно вот в такие, но более глубокие контейнера с землей. Семечко от семечки на расстоянии где-то 3-4 сантиметра для шпината и для крес-салата 1-2 сантиметра. И поливаете. Хорошо, если будет фитолампа. Можно посадить и корнеплоды. Вот, например, петрушку. Зелень я срезала, и вот сажаю только корешочки. Для посадки можно использовать обычные цветочные горшки. Расстояние большого между корнеплодами делать не надо, чтобы просто они могли были закреплены в земле и была небольшая площадь питания. Все питание в основном они будут брать из корнеплода. Вот такую вот свеколку нашла на грядке. Она была мелкая, я ее не вытащила. Но ее можно использовать для посадки на зелень. Все пойдет в салатик. Даже можно морковку сажать. То есть также выгоняете зелень для салата морковки. Вот свеколочка еще одна. Свекла сажается не глубоко. Листочки я обрываю. И потом я это все полью и поставлю на окошко. Вот у меня будет вот так расти зеленая масса, зеленые листочки, которые я буду потихонечку обрывать и класть в салатик. Вот, пожалуй, и все. До встречи на канале с Ольгой на 600. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на звоночек и ставьте классы, если вам видео показалось интересным.